Так, впереди какие-то парни. Ой-ой-ой. Ой, как плохо. Три-четыре. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Но этих парней довольно пока легко гасить. Ой, как я не люблю такие пещеры. Ой, друзья, еще в темноте. Ну что ж такое? Перед кем я так провинился, а? Так, отсюда я пришел, да? Ничего не понятно, просто куда идти. Да. Уж давайте посмотрим, что там. Левый стик при рывке. Левый. Ну, давайте посмотрим. Вот, отличненько. Мы умерли второй раз, потому что он не прыгнул. Значит, надо отрабатывать прыжок. И наша 1000 душ сгорела. Так, давайте поотрабатываем. Что от нас хотели-то? Ну и что он не прыгает-то? Так, давайте пойдемте заберем души и поймем. И, видимо, мне придется уйти в чтение документации на то, чтобы понять, как просто-напросто прыгать. Так, было бы весьма печально здесь умереть второй раз. Поэтому мы не будем этого делать. Кстати, видите, слишком даже близко, я бы сказал. Поставили эту штуку с душами. А, не слишком близко. Нормальненько. Левый стик. А, ну, видимо, да, это вот так делается. Ну, не знаю, друзья, это отвратительно. Будут сейчас подыхать просто на какой-то фигне. Ну, вот так это, наверное, выглядело. И все ради вот этой штуки, господи. Янтарная трава, твою ж мать. Уменьшение количества здоровья в несколько раз. Только потому, что мне нужно было прийти сюда и забрать какую-то янтарную траву. Господи, друзья. Хоть прыгать и не сложно, но меня это на самом деле напрягает. Это вам не Принц Персии, где люди часами отрабатывают прыжки. Так. Ну, в пещере, насколько я понял, мы все забрали. Оттуда мы пришли, значит, нам нужно двигаться вон туда. У нас здесь лестница есть зачем-то вверх. И там сидит грустный чел, от которого мы отхватим. Но я думаю, за отхватывание мы еще вернемся. Так, пойдемте сюда посмотрим, что здесь. Туда мы еще успеем, да, там туман, но туда мы еще успеем сходить. Что тут пишут? Слава, толстяк. Отвратительная надпись. Так, может, здесь что-то более полезное напишут. Сообщение впереди. Что тут такое? Лжец. Ну, хоть ты им скажешь, что там впереди?
Слушайте, вы достали. А, это выход на самом деле. Здесь выход. Идемте исследовать, что в том тумане, значит. К выходу мы еще вернемся. Почему нельзя дизлайкать вот эти сообщения? Надо было задизлайкать, чтобы они пропали к чертям и больше никогда. Я серьезно напрягся, друзья. Я думал, что меня сейчас не сделают ататат, хотя можно было догадаться, что там освещение и расслабленную прогулку сделать. Ну давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас чел стоит и грустит. Ой-ой-ой. Да ладно тебе, чувак. Слушай, дружище, я тоже так могу. Знаешь почему? Так. Сейчас бы еще прицелиться. Во, отлично. Держи. Ну, ладно, не получилось мне красиво вернуться. Да, не получилось. Так, тут обрывчик. А тут что? И тут ничего, что ли? Это точно ничего. Обрыв, камень. Посмотреть. Обыщите местность. Неужели можно перепрыгнуть это расстояние? Как вы думаете? А, что тут? Что терять? Терять? Что терять, если терять нечего? Да, я ошибся, к сожалению. Видимо, все-таки прыжок не надо делать тут. Давай! Прыжок! Отлично. Нет, я все-таки третий раз попробую. Нет, видимо, все-таки сюда нельзя, или я совсем тупой. А раз я что-то не понимаю, лучше не тратить время ваше, мое. Так. А тут у нас что? Ничего. Как-то подозрительно все-таки, что там был туман. И я не могу перепрыгнуть. Просто не могу перепрыгнуть. Представляете, как это тупо. Зато я много раз убил этого зомби. В этом есть прелесть. Ну, пожалуйста, ну, скажи мне, как? Ладно, да, пойдемте к херам отсюда. В следующий раз, если он будет, мы все-таки поймем, как туда попасть. Давайте поднимемся наверх, может, мы наверху что-то пропустили. Сейчас я гляну. О, я вижу чей-то тупик. Вот его бы неплохо было бы собрать. Давай. Душа безжалостного солдата. Зажигайте светильники с помощью факелов. Спасибо. Главное, что факел у меня есть. Давайте еще посмотрим, может, еще что-то наверху есть. Да, главное никогда не торопиться и обыскивать как можно больше. И второе, что, как видите, с каждой смертью здесь все больше и больше. Гладкое. Сейчас дам. Перемещение камеры. Что у нас здесь еще есть? Тут ничего. Там пещера, в которую мы не можем перепрыгнуть. И грустных два чувака стоит. Со штукой, с помощью которой, я слышал, можно менять пол.
Можно вот так спускаться. Круто. Каждое обучение, оно приводит к каким-то полезным открытиям. Да. В общем, валим отсюда. К сожалению, я хочу признать, что сделал максимум, который мог. Пока перепрыгивать, к сожалению, не могу. Видимо, как-то можно лучше это делать. Вот, но мы сюда вернемся. Мы этих двух жердяев обязательно отпинаем. Обязательно. И что тут нам пишут еще? Тайна впереди. Ну, конечно. Давай, пугай больше. И эти жердяи, которые там стоят, они поплатятся еще за то, что я столько раз умер. Итак, мы вышли в некоторую Маджулу. Насколько я понимаю, это стартовая локация. И в ней мы будем очень часто тусить. Видите, здесь всякие штучки есть в виде кучи каких-то камней. Не знаю, что здесь еще. Это похоже на какую-то пещеру, да? Это я не отсюда... Не отсюда ли я пришел? А то я сейчас потрачу опять ваше время. Нет, не отсюда. Ой, как жутко. Ой, ребята, я не хочу здесь ходить. Что здесь? Ложец впереди, ну конечно. Какие-то руины. Что там такое стоит? Такое-то существо или мне кажется? Что это такое? Чей-то труп. Извините, я ошибся. Я не хотел. Самоцвет жизни, косточка возвращения. Там, видимо, какой-то чел тусит. Сражался с каким-то челом. Монстр впереди. Нет, сюда мы, значит, вернемся позже. Так, здесь не забраться. Очень много пятен крови. В общем, там какой-то жуткий монстр, который всех чевучит. Мы к нему вернемся позже. Я не уверен, что сейчас то самое время, когда стоит сражаться с кем-то сильным. Тем более нас целых 1500 душ, которые можем потратить ни на что. Я не знаю, как на самом деле быть этим магом. Так, ну, зато мы узнали, что здесь есть какая-то пещера с какой-то статуей впереди. Там чьи-то кишки лежат. Кишки — это всегда приятно. Небесное благословение. Знать бы, что это. Но можно будет потом почитать. Так, здесь, насколько я понял, все. Больше ничего интересного нет. Или есть? Здесь вижу, кто-то пару раз сдох. Сундук впереди. Конечно. 10 000 раз сундук впереди. Я не верю. Может, он там есть? Так, а тут-то умер-то.
Ха-ха-ха, круто. Чуваки, вы офигенно. А тут кто умер? Предмет впереди. Ну, кстати, может быть, он действительно впереди. Было бы грустно, если это не так. Так, во, кишочки. Моргенштерн, колокольчик Квилика, клирика. Неплохо. Аккуратненько идем. Бинокль. Очень странная вещь. Зачем нам здесь бинокль? Видимо, чем-то любоваться. Так, как же я все-таки... Что там? Роскошный вид. Ну, ладно, согласен. Можно оценить это. Так. Читать сообщение. Неудача впереди. Давайте заглянем просто, что тут. Справа что-то будет. Справа и тогда справа. Все справа. Давайте посмотрим, куда здесь дорога выходит, а потом вернемся. Все-таки я не такой крутой чел пока, чтобы идти. Вот, кстати, что это, пятно крови вроде было, да? А, ну, наверное... Да, это было тоже очень круто. По крайней мере, надо попытаться свести к минимуму. Вот наш костерчик. Надо свести к минимуму глупые, по крайней мере, смерти. Хорошо, она будет помогать. Дали нам Эспус. Bearer of the formid, you will never seek the there once you have so that hope. Так и чё она мне не дает ничего улучшить? Bearer, seek less this. О, неужели? Так, давайте посмотрим улучшить. Мы не можем улучшить флягу, но можем поднять уровень. Итак, у нас есть 1500 душ, и мы сможем целый один уровень поднять. Ученость. Так, что она делает? Почему нельзя посмотреть? Как посмотреть? Что? Ученость. Что-то ничего не хочет повышаться. Видимо, я совсем уже... того. А, вот, вижу. Нет. Нет, не согласен. Почему не дает посмотреть? За помощь. Стрелочка влево. Не дает. Не дает. Вообще ни на какие клавиши он не дает мне посмотреть, что это такое вообще. Написано стрелочка влево помощь. А, вот помощь, неужели? Определяющее число используемых заклинаний. Да ладно. А как сила заклинаний? А, это интеллект. Помощь, интеллект, необходим для заклинаний волшебства, защиты и мастерство в заклинаниях волшебства. Очень странная штука. Так, вера нам, видимо, не нужна. А что у нас здесь еще есть? Физическая и стойкость. Здоровье, это у нас вес груза. Интеллект влияет на бонус. Тьма, магия, огонь, бла-бла-бла. И будут целых по 79 бить. А ученость ячейки 2 даст. И скорость заклинаний будет больше. И некоторых очков тоже будет больше. Или интеллект.
интеллект бонус к магии даст. Ну так себе бонус на самом деле. Ну давайте интеллект подкачаем. Так, собственно, для первой серии я предлагаю вам пока закончить. Я думаю, вы и так успели. А, нет, давайте я пойду умру разочек все-таки. Так, я не помню, откуда. Нет, не отсюда, нужно со стороны костра идти. Вот, ну или не умру, посмотрим, что у нас там внизу. И после этого уже решим, что делать дальше. Опасно открывать так сундуки. Ну, где кто справа-то? Ржавая монетка, отлично. Знаете, мне очень страшно. Можно здесь каждую секунду бояться. Может помочь надежда, тайна впереди, ну конечно. Можно я здесь вернуться обратно, судя по тому, что здесь какая-то открывающаяся тема. Ой-ой-ой, ой, как страшно. Где это вообще мы с вами? Очень, все очень странно. Ну давайте смотреть. Куча кишков. Как ты умер? Очень странно, ты умер. Осторожно, прыжок. Да. Я не думаю, что вот так прыгать это лучший выход в той или иной ситуации. Может помочь прыжок. Я пока не буду прыгать. Я считаю, что прыжок это не самое оптимальное, тем более, когда есть досточка. А зачем он так сделал-то? Стоит какой-то непонятный сундук. Вы извините, что я вот так иду, но мне... Во. По-моему, неплохо. Человеческая фигурка. Я думаю, я не буду прыгать. Я обойду как-нибудь. Прыжки — это не моя сильная сторона. Так, тихо. Как вы могли уже убедиться в... Глядя на мои предыдущие выступления, да что ж тебя так колбасит? Лучше походите, посмотрите, что здесь есть еще. Так, тут уже какие-то враги начались, причем весьма мощные, видимо. Вот и наши кишочки, которые мы можем собрать.
«Косточка возрождения», «Душа пропавшего мертвеца». Круто. А зачем они бежали дальше-то, не понять. Можно же всегда вернуться обратно. Не хотел бы на самом деле вот здесь ходить. Видите, я мог просто спокойно взять и закончить. Здесь какие-то ребятки весьма серьезные, насколько я вижу. Я здесь могу перейти речку или я утону сейчас? Могу. Отлично. Так, тихо. Самоцветы жизни. Самоцветы жизни — это всегда очень хорошо. Это странно, они здесь все умирают. Здравствуй. Кто вообще по нам стреляет, я не могу понять. Вижу тебя. Кинжал против вот этих существ решает. Так, надеюсь, здесь больше никого нет. Что у нас здесь? Лестница какая-то. Трое впереди. К троим мы еще вернемся, наверное. Я думаю, нам нужно все-таки скушать самоцветик, раз мы и решили таким чудесным образом продвигаться. Тихо. Вот я вижу раз, два, о, их тут четверо. А, нет, тут рыцарь какой-то сидит. Так, тихо, 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 все ж хорошо, успокойся. Вот я и умер. Может быть, мою душу оставят здесь. Идея с магией была хуже значительно, чем со всем остальным. Давайте скушаем фигурку. Все-таки мне уже надоело чувствовать себя полым. Снаряжение. Тихо. А, мне, наверное, нужно выставить здесь. Одна человеческая фигурка из двух, к сожалению, сейчас будет использована. Я думаю, надо все-таки подкачать здоровье. Давайте используем все наши души для того, чтобы не дохнуть как полный кусок непонятно чего.
Нечеловеческая фигурка должна быть. Это должны быть. А, да, вещи. Я думаю, их, наверное, можно здесь. Изгоняет фантомов. Нет, нет, нет. Кость. Это что? Душа безымянного солдата используем. И душа пропавшего мертвеца использовать обе. Больше у нас душ, насколько я понимаю, нету, да? Ржавая монета, бла-бла-бла. Мышка, наверное, мешается, я ее уберу. Так. Да. Хватит ли мне, чтобы подкачать здоровьице? Да, здоровьица хватит. Где у нас жизнь? 30 здоровья. Правильно или неправильно я сделал, это рассудит время. А сейчас пока мы должны идти и пытаться забрать наши кишки в очередной раз. Стой! Есть, я успел. Я успел оживиться, но я потерял человечность. Я не знаю, друзья. Это невозможно пройти. Я потерял человечность. Я бы вообще без понятия, пишу я или нет сейчас. Вы извините за напряженное молчание, это было действительно тяжело. Осталось лишь понять, откуда в меня стреляют. А, это сверху откуда-то. Отлично. Мы нашли человеческую фигурку, ей. Мы нашли сломанный меч. Ей. Да, отвратительно. Так, ладно, друзья, давайте на этом мы закончим. Время подошло, я все-таки собрал свои души. Вот. Спасибо вам за внимание. Встретимся в следующем видео.